Всем привет! Любой человек хотя бы раз встречался с неудачником. Можно с уверенностью сказать, что это люди очень некомфортны в общении. Поэтому сегодня поговорим про 7 явных признаков неудачника. Признак первый – это жалость к себе. Неудачники очень любят пожалеть себя и делают это с особым упоением. Такие люди постоянно жалуются и подпитывают чувство своего собственного ничтожества. Такой человек считает, что он родился не в то время, не в то место, не при тех обстоятельствах и не в правильной семье. Тогда о какой удаче может вообще идти речь? Признак второй – неудачники ноют. И ноют по любому поводу. Просто хлебом не корми их, дай поныть. Даже если в принципе все не так уж плохо, неудачник начнет ныть в самый любой неподходящий момент. Признак третий – такой человек сравнит себя с другими. Как же неудачники любят себя сравнивать с другими людьми? У них настолько обострено чувство неполноценности, что такой человек воспринимает себя только на фоне другого человека. Он не может сравнивать вчерашнего себя и сегодняшнего себя, а только замечает все вокруг и постоянно себя сравнивает с другими людьми. Признак четвертый – расходы превышают доходы. Неудачники беспристрастно уходят в минус, тратя больше денег, чем он может себе позволить или же чем он зарабатывает. Он влезает в долги, занимает у друзей, занимает у родственников, набирает кредиты и постоянно жалуется на свое такое положение. Признак пятый – неудачник не признается в своей жадности. С деньгами неудачник расстается очень тяжело, но при этом он называет это экономией, тогда как имя такому поведению – просто скупость. Потому он и пытается приобрести что-то бесплатно и его тянет в те места, где много халявы. Он больше любитель распродаж, скидок и акций. Признак шестой – получить результат здесь и сейчас. Неудачник не готов долго работать для достижения результата. Ему чуждо терпение и упорство. Постепенный карьерный рост не входит в его обязанности. Он любит получить прямо все здесь и прямо сейчас. Признак седьмой – не ценит ничье время. Ни свое, ни чужое. У него время уходит, как вода сквозь пальцы. Но неудачник на это внимание никакого не обращает и продолжает также тратить свое драгоценное время впустую.